Друзья, всем привет! Компания «Агрокраина» запчасти ЮМЗ МТЗ в городе Днепропетровск. Сегодня хочу вам записать еще раз видеообзор по лепестковому сцеплению на трактор МТЗ. Это заявка нашего клиента. Сделал заказ по оригинальной белорусской корзине сцепления, отводки и диску сцепления. Сейчас вот еще раз вам покажу. Сегодня звонил там человек один, спрашивал, как отличить оригинал от неоригинала белорусского. Ну, мы говорили, что должно быть в коробочке, должна быть маркировка на корзине. Потому что он, говорит, звонил в какое-то место, и ему сказали подозрительно низкую цену на оригинальную корзину. Вот видите, написано, сделано в Беларуси и логотип. И вот такая вот красная коробка, должно быть обязательно. Да и вообще хочу вам сказать, что если вы чувствуете, да, вот что звоните в магазин и вам говорят какую-то цену очень низкую и вам подозрительно, лучше такое не покупайте. Потому что, скорее всего, будет какой-то подвох. Потому что он нам озвучил цену, но это очень низкая цена. То есть мы даже дороже закупаем, понимаете, эти корзины. Мы закупаем дороже, чем человеку эти корзины предложил магазин. Вот. Ну и, собственно, про саму корзину. Сейчас... Много очень стали по ним спрашивать. Люди многие себе ставят, не боятся. В работе, ну что сказать, классно, что не нужно регулировать. И то, что у вас сцепление будет как на легковом автомобиле. То есть очень будет плавно все работать. И тот, кто работает особенно много с сцеплением, то есть это будет очень прям... Я думаю, вам понравится такое. С этой корзиной, как я уже говорил, рекомендуется ставить оригинальную отводку. Чтобы ее не клинило, ничего. Вот. И желательно ставить лепестковый диск сцепления. Но также можно ставить любой другой диск сцепления. Вот, посмотрите, оно идет на керамических накладках. Вот. Такой комплект Кейт. И сейчас я вам по цене скажу, сколько такое дело будет стоить комплектом брать. Значит, это будет все дело стоить 7770 гривен. Эта посылочка едет в Карлевка, Полтавскую область. Вот. Так что, ребят, кому надо сейчас, то ремонтируется, пожалуйста, вот такое у нас есть. И еще по МТЗ, вот пару, тут что-то лежит, пару заявочек, сейчас вам покажу. Так, это у нас чаплынка, сумма заказа 1600 гривен. Тут моноциклон у нас, оригинальный Беларусь, радиоволна. Вот смотрите, есть маркировочка, видите? Есть еще украинский Руслан комплект производитель, но там именно по, вот внешний вид у белорусского лучше, да, он более аккуратно сделан. Кронштейн отводки оригинальный белорусский, вот, но к сожалению здесь, по-моему, маркировочек на нем никаких нету. Термостат, это современное производство. Кронштейн генератор, ну в общем вот такое вот мелочевка, да, всякая будет ехать. Что тут еще у нас есть? Кронштейн зеркала, два зеркала и чехол капота МТЗ. Тоже у нас на Канатоп, Сумская область, 1400 гривен сумма заказа. Значит, по чехлам капота сейчас, конечно же, сезон по ним, хорошо берут. У нас есть, ребят, все варианты, есть под квадратные фары, круглые фары, фары на вынос, то есть абсолютно все варианты. Это у нас брезент, водонепроницаемый. И ватин. Ну, по качеству вы видите, что хорошая прошивка, то есть строчка ровная, все идет, все классно. Так что, кто по МТЗ, ребят, пожалуйста, звоните нам, много запчастей, я думаю, вас порадует качество. А, вот еще такая штука, это немножко не по МТЗ, это по ЮМЗ, такая редкая позиция. Кронштейн капота ЮМЗ, именно новый. Вот посмотрите, это современное производство, не ржавый, ничего, погрунтованный. Вот. Так что спасибо за внимание. Всем пока.